Итак, всем привет, дорогие друзья, зрители моего канала и просто мои любимые подписчики. Подписчики, обожаю вас, скоро нас 15 тысяч человек. Каждого люблю, вообще красавчики. Так, сегодня у нас обзор без посадки авто нет, тазы иномарки. Вы спросите меня, почему я вот здесь в какой-то жопе нахожусь. А все потому, что здесь маленькие дауны, которые врезаются в тебя, и я не понимаю, в чем смысл врезания. Блин, у меня просто бомбит от того, что какого хера вы играете и врезаетесь. Ну я ж, я допустим, пишу в чате, что я снимаю, они наоборот, еще больше приезжают и начинают меня давить. Вот, поэтому портят они сервер впечатление. Итак, поехали. F1 у нас убить скины, куча вот скинов здесь. Допустим, бандиты, девушки. Бля, какая вам нахер разница, какие скины. Главное, что здесь есть тачки, много тачек. И вот, например, вот этот Мерс на китайских восстанах. Так, поехали. Телепорт, оружие. У нас есть бита, парашют, камера. Не суть. Поехали, создать. Создаем. Давайте посмотрим русские машины. АК. Ну, в принципе, опять же говорю, обычно сделано, ничего такого. ВВЦ, да, она, по-моему. Вот, копейка, вообще респект, супер. Ссылки оставлю в описании на IP, как бы, сервер. И обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, пацаны. И обязательно, если есть вариант, делитесь этим видео в свою соцсеть и кидайте своим друзьям. Так, у нас 21.05 нет, тройки нет, сразу же шестерка. Шестерка, сразу говорю, качественная, мне очень понравилось. Лабаш, ну, лоб здесь... Не очень. Кстати, мы посмотрим, может быть, здесь можно тонировку менять. Так, ВАЗ-2107, обычная. ВАЗ-2108, задняя балка, ну, жесть. Срань, чуваки, очень срань. Ну, нормально, восьмерка просто. Ну, вот девятка, ну, вот если ее вот девятку посадишь, она будет нормально. ВАЗ-2199 нормальная. Десятка, люблю десятки, одна из идеальных десяток, антенка наверху, двойной выхлоп, все супер. ВАЗ-2112, нормальная. Блин, моя аллергия меня раздражает. Так, купешка хорошая, тринаха на болотных, да, нормально. 14-я обычная, а нет, у нее вон внизу эти, на бампере. Так, вид от первого лица у нас есть, поэтому мы можем вот так смотреть, так что это плюс серверу. 21.15, нормально. Кстати, это не реклама сервера, это просто обозреваю, хочу вам посоветовать. Ну, вам выбирать, естественно, ну, я ищу просто, и бывает, ищу какие-то иномарки, чтобы качественные были, какие-то или русские машины, поэтому делюсь с вами, ребят. Приорка у нас хорошая, вот универсал. Хэтч, Лада Гранта и моя любимая Нива Урбан. Нива Урбан, которая качественная вообще, ну вот, идеальная, идеальная. На серваках на многих нету ее. Поехали дальше. Иномарочки. Кстати, сервер у нас, так, тап нажимаю. И куда здесь нажать? Ладно, не суть. Короче, 200 человек там играет. 200 человек, и сейчас где-то играет 90 человек, это в 6 вечера. Ну, бешеный онлайн. Honda Accord, иномарочки, поехали. Вы посмотрите, резина даже прорисована. Неплохо, неплохо, ребят, неплохо. BMW. Физрука. Ну, вы чувствуете уже, что уже пахнет офигенностью, да, в иномарках? Range Rover мощный, базару нет. Мерс мощный, кабан. Довольно качественный. Здесь можно ставить номера, так что можете любые номера поставить. Смотрите, ну, нормальный вообще. Я говорю, как есть просто. Вот здесь чуть-чуть он какой-то странноватый. Мне кажется, он модель больше, чем остальные. Ну, так, достойно. 240SX. Неужели без этих конченых обвесов, да? Нормальный. Ну, есть тут обвесы, ну, нормальный, да, в принципе. Так, гелик сраный. Кстати, нормальный. Форт Миша. О, да это сервак этого. О, нормас, нормас. Так. Мерс.
Дальше смотрим. Мерс. Кстати, люблю мерсов. Здесь дофига мерсов. Бэха на конченых дисках. Гелик 6 на 6. Мазда тройка. Везде она такая конченая. Ауди ТТшка. Афоня, кстати, я запишу видео. Афоня ТВ, вон та. Мерседес, 20-е китайские восаны, пацаны, это вам, блин, я не знаю. Ну, вы должны поиграть, вы должны, да. Вот эта бэха мне нравится, хорошая. Ох ты, Скайла, это что, на Сильва, Скайла, ох-ох-ох. Давайте прокатимся, пацаны, я не могу не прокатиться. Так. А, вот онлайн, 55 человек. Нихуахуа, сказал я себе. Спидометр не работает. Ну и хер с ним. Ну, нихера себе, какой скайп, блин. Пацаны, ну блин, ну я не знаю, ставьте свои комментарии, да, под видео. Ну, извините за мат. Бля, это охеренный скай. Это один из лучших скайев, которых я видел в МТАшечке. Неплохо, блин, неплохо. Блин, класс вообще, супер. Поехали дальше. Nissan Skyline. Еще. Уху-ху. Nissan Skyline, еще один. Ох, какая, вот эти диски, так ничего. Выбирайте, что хотите, короче. Lexus. Марк 90-й. Вот тоже ничего такое. Так, поехали дальше. Корчи. ВАЗ-2101, Honda Civic. Ух ты, такая ничего. Вот, кстати, мне нравятся такие вот в Америке цивики, да, устраивают там соревнования. На стиле она, кстати, на стиле. Нравится мне. Поехали дальше. ДПС. Приорка мусорскую хоть раз видели? Дерьмово сделано, но зато есть. Симак обычный, УАЗик. Мото. Мото у нас мало. Мото 2. Мото 3. Мото 4. Так, все, на этом все, да? Больше ничего нету особо. Ай, пацаны, пацаны. Ну, короче, здесь иномарки хорошие. Хотя в следующих видео я буду вам показывать, где чисто иномарки, где там, я не знаю, больше 90 машин иномарок, да, в любой вкус и цвет. Поэтому, ну, в принципе, здесь можно поиграть, можно. Кстати, если вы хотите заказать рекламу, пишите мне. Реклама недорогая. Договоримся. Вот, в общем-то, и все. Ну, спидометр, чё? А, кстати, F1, F2, капот. Так, это ладно. F3, перемещение камеры. То есть, включить этот камхак есть. F3, F4. Тут можно покупать, да, оружие. Так, F5. Поставить передний домер. Так, F6, это... Так, ага, добира, это убрать. F8, чат. F9, у меня запись. F10, скриншот у меня, блин, так что я не буду нажимать. Ай, пацаны, напишите, что делать от аллергии. Запарило, у меня нос опухает внутри, жесть. Так, в общем, скины здесь. Девушки, бандиты есть, типа. Это как в этом, что ли? Бля, ну ничего так, ничего так. О, вот это класс. Так, девушки есть. Пусть она выйдет, блин. Так, бабы. Ну вот, блин, неплохо тогда. О, господи Иисусе. Дальше. Оф, какая молодец. Нормас. Вот это нормальная. Вот это, ну, она везде такая, и это везде такая. Так, полиция, ДПС, ДПС, МВД. МВДшник на мотоцикле, короче. Заработал себе. Вот, пацаны, пишите обязательно в комментариях, как вам сервер. Предыдущий был Лоуэй. У меня на канале, можете посмотреть. Пишите в комментариях ваши сервера, любимые, названия, и можно даже ссылку оставляйте, короче. И мы уже обговорим, и я сделаю, буду в дальнейшем обозревать лучшие сервера, которые есть, да, в МТА.
Я думаю, в скором времени я нашел на сервере тут Пантореску, да? Пантореску Академика сделаем под внедорожник. Потом Жорика Ревазова Фурия есть. Потом есть китайские 20-е Восаны. Ну, вы понимаете, да? Чувствуете, что много видео будет. Правда, мне нету времени снимать особо. Поэтому, как вы заметили, видео будут выходить, ну, пару раз в неделю. Раза два-три. А также подписывайтесь на мой второй канал Трэш ТВ. Ссылка тоже будет в описании. Вот прямо сейчас подпишись. Мне там надо набрать первых 500 подписчиков цель. А там уже 190. Поэтому очень важно, чтобы ты подписался. Поэтому, в общем-то, вот и все. Вот такой вот сервер. В итоге Low-Way из 10 по прошлому серверу я дам около, ну, 7,5. Данному, как бы, нет, даже восьмерку дам Low-Way. Этому серверу дам, ну, за то, что иномарки, тоже где-то восьмерку. Не прям уж все супер, можно было бы сделать и лучше, но и так тоже, в принципе, хорошо. Огромной вам удачи, ребят. Спасибо, что остаетесь со мной. Скоро нас 15 тысяч, буквально через недельку, через две. Поэтому вы красавчики. Спасибо еще раз, что со мной. Всем пока, ребят. Обязательно оставьте комментарии под видео. Все.